Цель визита – выяснить основные проблемы, которые волнуют горожан. Так, с председателем Общественной палаты Сочи Надеждой Козловой правозащитник поговорил об эффективности диалога с местными жителями и главных темах, которые их беспокоят. Это и вопросы ЖКХ, вопросы здравоохранения, социальной защиты. И, естественно, общественность должна внимательно к этим нуждам и запросам относиться. Мы прекрасно помним слова президента, сказанные им в ходе последнего послания Федеральному собранию, что в обществе созрел запрос на перемены. Это улучшение качества жизни. Все эти вопросы, естественно, касаются Сочи и его жителей. Также Брод пообщался с председателем городского избиркома Валентиной Ткачевой. Она сообщила, что в единый день голосования 13 сентября в Сочи откроются 243 участка. Сейчас идет отбор дополнительных избирательных пунктов. Кроме того, правозащитник побывал в Центре национальных культур Истоки, где его пригласили на празднование Дня России, который по традиции отметят многонациональным составом города. Добавлю, что итоги своей поездки на курорт Александр Брод уже озвучил на совещании независимого общественного мониторинга в Москве, а в следующий раз в Сочи он приедет уже в этом месяце.